Сильные телом и духом. Уже пятый год Ивановский фестиваль здорового образа жизни «Силач» собирает настоящих богатырей со всей России. В этот раз к ним присоединились титулованные спортсмены из Венгрии и Чехии. Все готовы продемонстрировать свою силу и, как всегда, выложиться на все 100. Гиревой спорт, народный жим, дзюдо, кудо, что у нас еще, армрестлинг. Вот, армлифтинг, то есть как бы есть те дисциплины, которые каждый год входят в наш фестиваль, есть новые, которых не было, роллер-спорт, танцевальное направление. Кроссфит направление сравнительно молодое, но уже успевшее завоевать море поклонников. По сути, это смесь разных спортивных культур, кардио и силовых упражнений. На фестивале участникам предложено следующее: запрыгивание на бокс, сетапы, скручивание с мячом, рывки гири и становая тяга. На выполнение 20 минут. Чем больше подходов, тем лучше. Это очень интересно, не устаешь от него. Обычный зал, это, конечно, все продуктивно, безусловно, но надоедает. Здесь единение боевое, вот эта работа над собой, всегда выкладываешься на максимум, это очень интересно. Задание просто обалденные. Перетягивать на себя можно не только одеяло, но и палку. Собственно, в этом и заключается суть масс-рестлинга. Соперника нужно либо перекинуть на свою сторону, либо отнять у него снаряд. Константин Костылев из Владимира занимается этим спортом уже 7 лет, а потому справиться с противником ему труда не составило. Захватывает. Напрягается все тело, все группы мышц, то есть здесь независимо, хоть у меня там, я не знаю, руки или ноги будут сильные, самое главное, что все тело сильное и дух самый тоже сильный. Здесь на выносливость тоже очень, ну, роль влияет, выносливость, тяжело достаточно. Ну, это надо попробовать, так на словах не передать. Александр Клюшев, Александр Лысенко – два титулованных силача из Владимира. Это они хозяева на площадке силового экстрима. Для гостей фестиваля богатыри провели мастер-класс по лок-лифту, где в качестве снаряда гигантское металлическое бревно. Оно, чем интересно, то, что оно нестандартное, скажем так, штанга. То есть оно довольно-таки неудобное, круглое, ручки расположены не как лифт, а совершенно по-другому. Вот, сейчас мы проведем мастер-класс небольшой, и, как уже объявила Дарья, давайте выберем покрепче ребят из толпы. 2-3 человека, ну, можно 5, и с нами пусть позарубаются. Желающих позарубаться с силачами было немного. Для владимирцев 85 килограммов – это только разминка. Для рискнувших парней – настоящее испытание на глазах многочисленной публики. Если кто поспорит, что фестиваль 2017 года получился по-настоящему зрелищным. Десятки спортсменов продемонстрировали возможности своего тела, заряжая зрителей любовью к спорту. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.